Всем привет, ребят! Ну что, мы сегодня на аккаунте моего подписчика Николая с ником Нарвин. ННН, вот так вот. Нарвин или Нарвин, не знаю. В общем, у нас коллекционер героев, 50 тысяч самоцветов. Такой вот коллекционер, 50 тысяч самоцветов накопленных или нет. Ну, в принципе, да, накопленных. Находится он в гильдии Печора. Кидайте заявочки, вступайте всем, пройти БГ-босс 16.00, качаем часовых, вот так вот. Кидайте заявочки, вступайте. И что тут у нас интересного сегодня? Бесплатно сменили, ни хрена не получили, сердечки отправили. Ну вот так, хоть так. Боже, сколько акций, вот реально, я все даже не успеваю у себя на бездонатах пройти, это просто нереально фармить несколько аккаунтов сразу. Поэтому все бездоны по-разному качаются, от халявы до халявы. Так, окей, с этим мы разобрались, поехали. Куда мы поехали, ребят? А мы поехали ролить. Посмотрим. А, не, мы еще посмотрим сейчас, что у него. О-о-о-о! Нифига себе, да ладно. Это сейчас будет мега эпический роллинг, ребят. 34.91. Это просто здесь надо дофига всего выбить. Так, Махатма, ведьма, череп есть. Ронин есть. Ворожей есть. Афин, КПБшка, Дрейк. Фрея есть. Остальных всех нету. Гаргул, Одер. Ну, в общем, плюс-минус. Мы запомнили, нифига себе. Это такой же аккаунт, я думаю, нифига себе. Это такой же аккаунт, как Сарделька. Один в один. Ну что, поехали. Это будет интересно. Первых 450, и нам нифига не падает. Даже за четвертых 400, за пятых. Просто эпический роллинг, ребят. Анубис? Ну блин, Анубис. Я что-то не помню. Анубис у нас был. Ну, наверное, он, скорее всего, Анубиса забрал. С этого. Или нету. Или нету, не есть. Анубис у него есть. Ну, все равно неплохо. РТшка. Студеный. Триантик. Это такие герои, которые... Хранитель. Друид. Купидон. Так, ну. Сейчас мы с вами будем бегать, смотреть, что есть, чего нету. Так, ну рандомчик. Что за фигня? Махатма, вот это уже получше. Вот это уже, ребятушки, получше. Блин, да тут столько героев недостающих, реально. Махатма у него есть, блин, офигеть. Просто пипец какой-то. Вот падает, падает именно то, что на аккаунте есть. Так, ну что, поздравляю, Купидона мы вытащили, это уже радует. И мы вытащили... Так, где там у нас хранитель, в какой линейке, блин? Вечно все разные аккаунты, настолько неудобно вот это вот бегать туда-сюда. Так, не понял я. Я что-то не понял. Хрон есть. Ну, Купидончик, Триантик, в принципе, уже получше. Ну, Махатмушка есть. А, так, Купидон и Триант. Где вы там? Ну, у него Купидон есть. Я не знаю, что он его не открывает. Тут много героев есть. А такой же подстава, как предыдущий аккаунт. У меня был роллинг, там 30 недостающих героев, блин. Они все в алтаре есть. Так, Ведьма, Укротитель, Душ, Тесса. Блин, да тут до хрена героев есть. Сейчас опять будем половину героев открывать. Седна у него не открыта. Странно. Атлант. Что-то странные какие-то ребята. Чего вы не открываете героев? Я вот не могу понять. Седна тоже, блин, обалденный герой. Странно.
Касса, Стрелок, Афина, Закла. Блин, капец. Просто пипец. Закла. Тоже ж классный герой для начинающих аккаунтов. Странно. Ладно, открываем ее и идем дальше ролить. Там будет видно уже. В общем, жесть творится. Поехали. 37к. Осталось у нас. Блин, ну надо тут реально еще выбивать. Поехали. Шаман-инженер. Снайпер. А вот это, вот это пойдет. Ледяной феникс. Ну что, поздравляю. Это имба самая настоящая, самая топовая. Так, призрачный всадник. Укротитель. Махатма еще одна. Да нафиг нам столько этих махатм. Одной хватает. Просто жесть. Дали бы какого-то космо, например. Посмотрите, вот как это назвать? Валентина, добрый вечер. Кенди, привет. Привет, Кенди. Что за фигня? Где, блин, где Леги? Где Леги? Вот как это понимать? Купидон, Душегуб, призрачный всадник. Ну это ж не имба герои. Вот, Бугимен пойдет. Бугимен это оно, малыш Ник. Влад Дракула, ну такое себе. Давай, рандомчик. Тащи, какой нафиг укротитель, одержимый. Ну куда, королева Гарпи? Ну это все ж кал полный. Так, до следующей леги. Идем открывать этих имбушек. Паладин. Ну паладин это имба и друид. Просто жесткие герои, ребят. Поехали. Блин, ну, Бугимен, я считаю, это отлично. Ледяха, это просто обалденно. Для такого аккаунта бездонатного, это то, что надо. Кто там у нас еще упал? Кто у нас еще упал? У нас упал Пал. Ну, это все фигня, по сути. Остальное. Гарпия. Я не помню. Гарпия, друид, по-моему, у него тоже. Ну, у него они есть. Да, вот Гарпия. Малышник, кстати, сейчас посмотрим, недостающий или достающий был или нет. Укротитель, малышник. Ну, остальные такие себе. Ну, открывайте, ребят, открывайте героев перед тем, как даете на рунах. Потому что потом непонятно, недостающий он, достающий. Вот малышей ников здесь да хренище. Чего их не открывать, я вот не знаю. Можно же им пользоваться. Хроны, блин. 5 штук. Укротители 7. Это ж, блин, все надо для силы, для прокачек. Это просто кайф. Душек. Друиды те же самые. Короче, жесть. Поехали дальше. 7000 самоцветов. Что у нас по акциям? 14-15. Ну чё, будет ход конем или не будет? Поехали. Коня не будет. Фараон, блядь, я вот поражаюсь. Вот реально на некоторых аккаунтах просто вот там эти герои не надо там сыпать. Здесь надо дофига героев и нифига не падает. Ну Бугимен, конечно, вы скажете, зажрался уже Бугимен там... Ледяха, они крутые выпали. Но все равно, все же хочется, блин, каких-то просто мегаэпических героев с последних. Но они что-то сегодня не падают. Походу, мы вчера всех выловили. Трать с выхода. И что тут у нас? Тут у нас еще пару карт будет. Собрать. Ну, а тут плюшек хватает.
Да, он забирал, наверное, сегодня паки. Чик. Железка для подземок просто отлично. А тут у нас будет топовая чарка для архидемона. А тут у нас будет... Ну, изворот такое себе. Тут скины. Так, ну что, давайте. Чик. Ронька. Вот Ронька, Ронька. Вот это, по-моему, надо ему. Ронька, это оно. Ой, блядь, Ронька здесь есть. В общем, я уже запутался в таких аккаунтах. Реально, очень сложно, когда у тебя одно настроено, других другое, третье. Вот многие там пишут, ты вот открываешь, не запоминаешь. Это нереально просто запомнить, потому что в голове куча разных хаков. И ты привыкаешь от роллинга до роллинга каким-то героем. Поэтому, сори, ребят, но если вы даете на роллинг, давайте сразу открывайте героев, чтобы я видел, какие у вас недостающие. Чтобы можно было подкрутить админ панель. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.